Салем, достар, джигитер и киздар, бул каштанов, менен каштанов реакшн канала Макош Келдиниздер. И сегодня у меня будет реакция на исполнителя, которого зовут Салуки, в совместной работе со 104-м, трек называется 3X, XXX. Видео относительно свежее, по-моему, ему всего лишь чуть больше полугода. Буду смотреть это все в первый раз, естественно. Но на Салуки 104-го, по-моему, у меня есть реакции на этих исполнителей. Они были далеко. Ну, то есть там, как бы, если внизу пролистаете, покопаетесь, то обязательно найдете. И давно я не записывал реакции на этих исполнителей, естественно. И для меня это будет такое, как бы, немножечко в новинку. Я даже прям подзабыл реально, что это за люди и, как бы, какой рэп они делают. Но то, что рэп, это, как бы, ну, коту понятно, да, что это рэп. Так, ребята, долго не будем разговаривать, поскорее приступим к просмотру, но прежде чем мы приступим, уже по традиции, Коп Рахмет, за то, что подписываетесь на канал, за то, что остаетесь на канале. Кто еще не подписался, ребята, внизу кнопка, проходите, прожимайте и, конечно же, не забывайте включать колокольчик уведомления, а мы приступаем. Ну что, Кэтпик? Бля, ты чё в этот раз? Бля, мне пизда. Опять? Саундтрек. Опять? На меня вышли какие-то серьезные отморожки. Пизды дали. И сказали найти килограмм за пару дней. Откуда я выстрою этот килограмм, брат? Топовый. Топовый сериал был. Успокойся. Жаль, какой нахрен успокойся? Это пиздец серьезные люди, по ней видно было. Ничего не понятно, но очень интересно. Звонит, я без слов, мне надо бигестыгет. Какой пирог и сколько там кусков. Мне надо бигестыгет. Сколько пальцев крутится у висков. Мне надо бигестыгет. Я отправляю птичек, но без скобок. Мне надо бигестыгет. Я не знаю вас лично, какой дресс-код. Мне надо бигестыгет. Снял 400 тысяч, залетел дисконт. Мне надо бигестыгет. Папа серая мышь, какой здесь понт. Мне надо бигестыгет. Самый я люблю фаник. Я так понимаю, это Салуки, да? Прикипел к ним, как изнул здесь, там вывели на песню. Капец на пол, кратил, кидал бог, кони к нам здесь. Кажется, я больше, чем вы все. Мигает слин, аукцион и сплин. На мне нам полный дым. Картинка шикарная, ребят. Да, ребят, финальная серия была просто очень жуткая, драматичная. Приход. Сколько тебе нужно, чтобы сдаться? А? Нужно я не про 19, я про 20. Пусть обязан не сорваться. А? Обязан, где сухой стол, мокрый став там, чтоб собраться. Чтобы статься молодым, ставим цель на ту крышу. Это Рок? Никогда не был в Париже. Роу. Хотя наш Париж я видел еще год назад. Год назад. Его славу, его славу, его славу. Что-то жестко, ребят.
Что-то жестко. Звучит прикольно. Так, ну здесь все понятно, ребят. Звучит прикольно, но так, чтобы сказать, что зацепило, думаю, все-таки нет, наверное, не зацепило. Вот лично, как сказать, на мой взгляд, да, вот этот вот клип вывез, ну понятно, вывезли кадры из сериала «Шикер», конечно же. Ну вот, опять же, ребята, это мое личное мнение, но я вот смотрел больше на сами кадры из фильма, вспоминал какие-то моменты, свои ощущения при просмотре, при записи реакции на этот сериал. Кстати, реакции на «Шикер», на первую и вторую часть есть на канале. Кто хочет, проходите, смотрите. Еще, ну, момент, конечно же, такой прикольный, то, что я вот по ходу второго сезона не помню эту песню, но я так понимаю, она одна из тех песен, которые периодически звучали в сериале, такой некий саундтрек, наверное. Ну, это не главный саундтрек, да, потому что, ну, как бы я бы его вспомнил. И в связи с этим они клип, я так понимаю, снимали прямо во время съемки непосредственно сериала. Ну, просто, я так понимаю, по ходу еще и клип снимали. И вот эти вот знакомые места, узнаваемые, то, что ты смотрел в сериале, да, и тут же в клипе те же самые локации, абсолютно вот этот вот земельный участок, да, где головы закапаны, и кабинет Куата, по-моему, вот так звали. Куат, да, вроде бы Куат. Прям вообще очень атмосферно. Не знаю, возможно, надо, наверное, ну, как бы не один раз послушать этот клип, чтобы он там как-то, типа, зашел. Но пока вот все-таки думаю, что больше нет. Как просто как произведение, как что-то качественно сделанное, безусловно, конечно, имеет право на существование, и по-любому есть немало поклонников творчества этих ребят. Не знаю, может быть, надо что-то другое послушать в их исполнении. Вот я говорю, у меня уже есть одна реакция, по-моему, на канале, на 104-го. Салуки, по-моему, все-таки я не слышал. И там какая-то заброшка была или еще что-то. Вот давно делал, сейчас прям вообще ничего не помню, но там, так, по смутным моим воспоминаниям, как-то более интереснее, что ли, было. В целом. Не только картинка, но и песня. Здесь непосредственно, конечно же, картинка вообще роляет. Просто невероятно все сделано, круто. Ну, понятное дело, да? Такой клип, конечно, наверное, дорого было бы снять, если бы просто вот ребята взяли и решили его снять. Тут все-таки по ходу вместе с сериалом они это все засняли, и так, ну, конечно же, круто получилось. А что, готовые реквизиты и декорации и так далее, да? Те же самые актеры, там, девчонки, не девчонки. Все уже под боком. Снимай, не хочу, что называется. Была бы идея. Что еще тут можно сказать? В связи с тем, что, опять же, реакцию на 104-го делал очень давно, так что для меня это было практически первое прослушивание абсолютно всех троих этих ребят. И, ну, как бы, для своего стиля, ну, делают качественно, ничего не скажешь, но просто это все-таки немножечко не мой стиль. Мне больше нравится, когда все четко произносят. Даже тот же «Скриптонит» мне нравится ранний, когда он еще был в Павлодаре, до того, как он перебрался в «Газгольдер». Там прям вообще жестко. А потом, ну, тоже крутой скрипт, да, со своим стилем, но все-таки те произведения чуточку больше нравятся. Так, ребята, думаю, по этому видео у меня все. Пишите ваше мнение, согласны вы со мной или нет. С удовольствием прочитаю, как вам лично понравилась эта песня или нет.
Кому понравилось это видео, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Все, давайте, ребята, всем удачи, пока!